Здравствуйте всем, с вами Жуков 100, и мы с вами будем обозревать такую игру, как Worms Revolution. Она вышла недавно. Ну что ж, начнем. Ну что тут мы видим в главном меню? Одиночная игру, дуэль, сетевой мультиплеер, рекорды, дополнительная настройка, достижение помощи настройки, загрузить материалы и выход. Так, ну допустим, жмем дополнительная настройка, а нет, достижения, посмотрим какие тут. Ага, пока не открыты. Ладно, одиночная игра. Ну что тут можно пройти? Компания, головоломки, это все веселье, ярмарки, воспоминания о стычке на ферме и загрузить материалы. Ну это вот дополнительные, может, карты, дополнительные там оружие, там, ну, дополнительный контент в игре. Ну мы нажмем компанию. Nature is wisdom. I want to природа мудра. Чтобы познать эту мудрость, я как-то раз запер в одной комнате медведя, льва и слона. Вот была драма. Подготовила тебя к жизни. Теперь тебя ждет 8 заданий в катакомбах. Покажи, что ты умеешь. И преврати вражеских червяков в исхожие кочерышки. Прикол ходячий, блин, а не игра. Ну что тут? Вы походу по 8 заданий можете в каждом выполнять придется. Да. Так, ага. Так, назад. Походу, да. When I first encountered these amazingly intelligent and highly evolved worms, my initial thoughts were, what's the best way to kill them? Any wildlife documentary maker worth his salt should be able to take down any endangered species with nothing more than a biro, an elastic band, and a briefcase full of explosives. Now, you can experience hardcore, full-on, worm-to-worm combat at grassroots level. But this isn't just about fighting. It's about observing nature, collecting wildlife data, cross-referencing. Actually, it's about fighting. Ну, тут, ребятки, все понятно. Тут вам и подсказки, и все такое прочее. Ага, значит левый shift это прыгать, а правый shift это оружие тут выбирать. Ну ладно. Выберем базуку. Know your environment. Familiarize your ocular pons with every inch of the terrain. Except that little bit there, that's nothing. Your first kill, it's like crisps. You can't have just one. Clear this area of worms. Come on in. Come on in.
It's like watching paint dry. And he was one day away from retirement. And he was one day away from retirement. Sad for him, but visually pleasing. Next target, please. Гаечный ключ улетел. Remember, we're here only to observe and document worm activity. And blow some up. Choose the grenade. Ну, такой весь из себя гордый, что ты. A wildlife filmmaker can't get attached to the animals he records. So let's blow another one up to remain impartial. Him. Да, охрененное название училищка сопля. With wildlife filming, you need dynamic shots to hold the viewer's attention. Try an airstrike on that one there. Надо с этого еще попить, блин. Your first wildlife campaign completed! Okay, you killed all the wildlife. We did get some great shots, and that's what's important. Так, кредиты 10, 3 минуты, 37 секунд, 73... Так, ага, понятно, это наше время. Ну что? Подводим итоги. Эта игра прикольная, это даже очень такая вся. Ну вы меня понимаете. Также я советую это, играть в эту игру маленьким детям в возрасте примерно хотя бы с лет 7, так по 11 лет, там по 12 лет хотя бы. Ну ладно. С вами был Жуков 100, и это был обзор на игру Worms. По-моему, Revolution, что ли. Ладно, всем пока и всем спасибо. О, сейчас.